Отреклась от Украины, Ротару возвращается в Россию. Певица София Ротару выступит в России после долгой паузы. Согласно СМИ, артистка станет главной гостью музыкального конкурса «Новая волна». Последний раз Ротару участвовала в мероприятии в 2011 году. Народная артистка СССР София Ротару возвращается в Россию после долгой паузы. По данным Утро.ру, певица выступит в рамках ежегодного музыкального конкурса «Новая волна» в Сочи. Примечательно, что украинская знаменитость давно не давала концертов и не появлялась на светских мероприятиях. На сцену «Новой волны» в Юрмале Ротару последний раз выходила в 2011 году, когда вокалистка спела дуэтом с композитором Игорем Крутым. После Ротару не раз оказывалась в центре скандала из-за ситуации на Украине. Так, в декабре прошлого года певица отказалась участвовать в музыкальной премии «Песня года» из-за введенного военного положения на Украине. Сама артистка была огорчена тем, что не сможет выступить на мероприятии. В то же время она выразила уверенность в том, что ситуация изменится в лучшую сторону, и тогда она сможет приезжать в Россию без страха за себя и семью.